Первым выступать непросто. А у Виталия еще и травма позвоночника, которую он получил во время тренировок. Он выбил позвонок, и теперь даже самые легкие поддержки он будет делать, преодолевая себя. Программа этой пары технически сложнее, чем 2 недели назад. Надо отметить, как Настя ушла в обрыв. Ведь ее рост 170 сантиметров. Это много для гимнастки. Да еще и с Виталием они почти одного роста, поэтому ему было тяжело ее удержать. Так вот, кто оказывается следующий исполнитель роли Джеймса Бонда после Дэниела Крейга. Так это Виталий Гагунский. Бонд. Джеймс Бонд. Ирина Александровна. Откройте, пожалуйста, счет оценкам. Ну, приятно, что в спортивной гимнастике вот объединили мальчика и девочку. И мы тоже мечтаем об этом, чтобы в художественной гимнастике тоже появились мальчики. И мы бы тоже их объединили. И мы объединились бы. И было бы намного интереснее. И вот этот номер, вот эти, видимо, и дальше будут такие же номера. Мне понравилось именно этим. Были сделаны вот эти акробатические элементы, поддержки, такие удержания. Именно вот в такой смешанной паре, будем говорить, что является для спортивной гимнастики новостью. Вообще на этой передаче очень много новостей. И это очень приятно. Поэтому 9 баллов. 9 баллов. Ну что же, это такая ориентировочная точка стартовая. Владимир Натанович Винокур. Мне посчастливилось вот учиться в школе уже в классах, где было общее обучение. Вот мой старший брат учился отдельно девочки, отдельно мальчики. И вот я согласен с Ириной Александровной. Действительно, этот элемент будем вводить сейчас в профессиональный спорт. И учитывая, что это началось именно в нашей программе, то для начала 10. Для начала, как мы знаем, Владимир Натанович, он у нас очень добрый, позитивный. Да, и чтобы не запрашивать лишнего, Владимир Натанович ставит 10. Лариса Семеновна Латынина, пожалуйста. Я понимаю, как трудно выходить на ковер первыми. Это всегда и волнительно как для участников, так и для нас, жюри, потому что мы не знаем, что еще нам покажут остальные участники. Но я вам хочу сказать, что мне номер очень понравился. Единственное, что мне немножко у Джеймса Бонда не хватило
легкости и непринужденности вот в исполнении каких-то поддержек. Дрожали немножко у него ручки. А ведь у Джеймса Бонда этого не должно быть видно. 9 баллов. Мнение Ларисы Семеновны Латыниной чрезвычайно важно, особенно учитывая то, какие она победы одерживала в вольных упражнениях. А теперь, Филипп Петрович, мы решили во время оценки первой пары, так сказать, дать вам возможность, как дебютанту-судье, приноровиться, посмотреть подход других членов жюри, и теперь с полным правом высказаться. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо возможности быть в одной команде жюри с такими легендарными людьми, спортсменами, артистами, как Лариса Семеновна Латынина, Владимир Натанович Винокур и, конечно же, королева Ирина Александровна Винер. Просто за честь быть рядом. И, конечно, я волнуюсь, потому что я впервые в таком проекте, и всю жизнь вокруг меня все танцуют, все делают трюки в моем коллективе, на моих концертах. И я всегда с восхищением смотрел на людей, которые владеют своим телом и делают это виртуозно. И сегодня, особенно когда я вдруг увидел еще одну грань таланта моего друга, я думаю, что надо посоветовать продюсерам из Голливуда обратить внимание на этого молодого человека. И, во всяком случае, пригласить его на кастинг. Ему очень идет этот жанр, этот стиль. Ну что, Виталик, ну простите меня, но 10 баллов меньше поставить. Мы вас прощаем. Филипп, ну, конечно. Но с дебютом вас в жюри проекта «Бестраховка», Филипп. Спасибо, я буду стараться быть объективным. И очень надеюсь на Ирину Александровну, которая будет меня периодически наставлять на правильные замечания. Позвольте один вопрос еще Филиппу задать. Скажите, пожалуйста, Филипп, вы человек очень общительный, знаменитый, у вас масса знакомых. Среди участников у вас еще много друзей? Ну, ожидать ли нам еще десяток объективно? Увы, практически со всеми знакомы, и мне будет очень сложно, потому что... Ребята, вам повезло, у вас уже всех, я чувствую, есть по десятке. Бонд, Джеймс Бонд, Гагунский, Виталий Гагунский. Спасибо! И Анастасия Погорелова.